на площади образцы боевой колесной техники, стоящие на вооружении вооруженных сил и силовых ведомств Российской Федерации. Управляем техникой и находится на боевых машинах военнослужащих Казанского высшего военного командного училища. Руководит колонной командир танкового батальона подполковник Маршалковский Владислав Леонидович. Среди них БТР-70, советский бронетранспортер модернизированный. КАМАЗ-43-269 «Выстрел» – легко бронированный бронированный автомобиль. Используется в рядах штабного, патрульного, санитарного, пограничного или разведывательного автомобиля. КАМАЗ-63-968 «Тайфун» – универсальный бронированный автомобиль, повышенной защищенности на оригинальном шасси. Бронетранспортер БТР-80 поступил в серийное производство в 1994 году. Принялся советскими войсками в Афганской войне и использовался на пункте во всех крупных мониторных партий. Последние модификации оснащены усиленным вооружением и повышенной защищенностью.